Че, фанаты, мои подписчики, всем привет. У Иринки сегодня на обед гречка. У девочки гречка со сливочным маслом. Две сосисонки. Едим и худеем, так ведь? Всем приятного аппетита. А кому неприятно, все равно приятного аппетита. Ну, девочки. А также Иринки хлебушек сегодня. Бородинский. Думаете, где Иринка его взяла? А я шла в магазин зашла. Вот так. Так что будем почивать, да? Ох. Так, это надо немного перемешанькивать. Гречка, представляете, у меня закончилась. Как дальше жить? Я гречку редко ем. Короче, сегодня Иринка. Сдавала анализы. Короче, сдавала флюорографию, ну и не только. Сижу, короче, в очереди, жду свою очередь. А там вперед меня баба с мужиком. На этом. Мужик на веселе, короче. Он фанфорик принимал. Перцовку. Вкуснотища, говорит. Ну и всем, короче, там предлагал. Вот это я, как бы, если бы не принял эликсир молодости. Я, говорит, вообще бы тут не пошел сдавать ничего. Там, короче, комната такая маленькая. Ну, зал ожидания. Короче, такая вонища. Не знаю. Короче, половина прошла. Половину завтра. Надо было еще в МТС зайти. Забыл, Иринка, забыл. Ну, память. Мне надо в путешествие взять с собой книжку в натуре. Хоть почитаю там, да? То что там делать? Так что, девочки мои, припевочки. А у нас, кстати, на улице тепло.
В городе вообще дороги сухие. Вот как-то так, ничего иначе. Вот так вот. Что там хоть пишете? Привет, Иринка. Привет. Я передаю. Говорит, батончик хлеба маловат. Ну что теперь? Кризис, значит, был? Да? Друзья, не говорите, Иринке так и везет. Иринке вообще так везет, вы же просто не представляете. Ой. Что это такое? Ой. Опять эта кобыла попалась. Так, Иринке надо было не это. А, что надо было? Что надо было Иринке? Я же не помню. Ой. Я вообще на вами не могу. Такие там кулинары. Я просто в шоке. Умные. Все знаете. Даже что не знаете, знаете. Короче, Иринка же сегодня проспала. Пришлось вызывать такси. Ну да. А почему он же тебя не милый? Потому что он на работе был. А Иринке, чтобы до 9:30 сдать анализы, я 8 проснулась. Ну, примерно на автобусе час ехать. Пока придешь на остановку, пока автобус дождешься, пока он по всем остановкам проедется. А, говорят, нет у них никого. Говорит, мы у родственников спросили. Не у тех родственников спрашивали. Не у тех родственников спрашивали. Ну, это самым умным там. Так оно? И что это у меня огромная порция окрошки? Вы что?
Это вам только кажется. Камера увеличивает очень хорошо. Тут гречки. Даже 100 грамм нету. Так что вот так вот. Хороша Маша, но не наша. Да, как говорится, ну ладно. Это у меня на десерт. Где он там открывается? Открыть здесь. Открываю здесь. Ой. Знаете, что я думаю? Мне, наверное, надо в путешествие Еву взять большой рулон бумаги, да? Ева выручает. Ой. Ну, мне кажется, какой нежный. А какой хрустящий. Что вам не нравится, окрошка? Там была ветчина. Бомба. Кстати, свежайший крекер. Блин, как он хрустит, а как ломается. Хотела в ленте взять чипсы. Думаю, ладно, обойдусь. Что-то как-то Иринке лень. Не, Иринка бы с удовольствием съела. Лень тратить. Надо было фикси взять. Хотела сегодня в парикмахерскую еще заехать, но ладно. Мне лень. Тем более, Зинка не выспалась, сидела в эфире полночи.
Ой. Она, кстати, не в банках сметана, она в пакете. Говорит, на это дешевка. Конечно, 120 рублей, это дешевка. Не говорите. Говорит, мы говорит, такую сметану не едим. Хотите, я вам дам номер телефона соседки? Пообщайтесь с ней. А что вы так беспокоитесь? Думайте о своей жизни. Я думаю, если ты тут сидишь и строчишь свои комменты, думаете ли вы о твоей жизни уже давно подумали. Так что ты сильно не переживай. Так что все, девчули, красотули. Я знаю, на рейде этот звук нравится. Угу. Айленка наелась теперь. Все, короче, мальчики, девочки, всем приятного аппетита. Кому неприятно, наверное, приятного просмотра, да? Как вы пишете, ой, мне неприятно, но я все равно зайду. Правильно, заходи. Пиши свой комментарий. Добрый только. Другие не приветствуются. Ну и все, не забываем нажать на колокольчик. Всем пока-пока. Я Ринка поела от души. И сегодня Ринка мало съела, да. Но было вкусно. Ух, сосисочки. С гречечкой, творожная масса со сметаночкой. 120 рублей, кстати, сметанка. Крекер с сыром Яшкино. Кстати, 29 рублей был. И хлеб бородинский 28. То ли 80, то ли сколько. Ну вот как-то так. Иринке еще на ночь хватит этой булки. Так что вы сильно не переживайте, что Иринка много ест. Хрючево. Хрючевым привет. И бегемотам тоже. Да? Челку постричь, короче. Все, всем. Всем пока. Не скучайте, я скоро вернусь. Пока-пока.